Мест для тайников у нас хватает. Пещеры всякие, катакомбы. Покажешь? А что не показать? Только если твой Мальцев и спрятал здесь свой клад, то его в жизни не найдешь. Вон, отверстие в скале, видишь? Да. Так за ними целый монастырь упрятан с церковью. И никто про него не знал. Монахи его вырубили в скале то ли в 13-м, а может в 14 веке. Осторожно, не упади. Ага. Тут они прятались от всяких врагов. От Золотой Орды, потом от турок. А в 41-м здесь скрывались партизаны. Вон окошко в скале, видишь? Mm-hmm. Так вот, раньше именно отсюда и был ход. И для того, чтобы пробраться в этот монастырь, нужно было переправиться через реку и подняться по тайной тропинке. А о существовании этой тропинки знали только одни монахи. Больше никто не знал. В общем, пробраться сюда было очень трудно. А сейчас я тебе покажу еще один тайный ход, куда мы спустимся, а выйдем знаешь где? Где? Вон на том берегу. Чего сместишь в храме, Ирод? Забыл, где находишься? Значит, скидку нам обещаешь.